Представляю участников 19-го чемпионата России по тяжелой атлетике среди ветеранов в группе М40. Челышев Александр, город Электрогорск, Московская область. Захаров Александр, мастер спорта, город Видное, Московская область. Кайшев Алексей, мастер спорта, город Ессентуки, Ставропольский край. Кузнецов Сергей, мастер спорта, город Москва. Волков Дмитрий, мастер спорта, город Орск, Оренбургская область. Елесов Илья, мастер спорта, город Томск, Томская область. Мускафиди Александр, Афины, Греция, команда Самарская область. Матросов Олег, Заорский, Тульская область. Ревякин Андрей, мастер спорта международного класса, город Ливна, Орловская область. Керест Роман, город Свободная, Мурской области. Кудрин Константин, мастер спорта, город Самара, Самарская область. Косарев Сергей, город Клин, Московская область. Лойко Николай, город Томск, Томская область. Сенькин Михаил, город Омск, Омская область. Жукович Сергей, мастер спорта, город Тольятти, Самарская область. Стоякин Сергей, мастер спорта, Липецкая область. Глазунов Михаил, Михайловск, Свердловская область. Ишмуратов Илья, мастер спорта, город Чебоксары, Республика Чувашия. Сущак Владимир, мастер спорта, Старая Кубана, Московской области. Участники представлены. Установлен вес 50 килограммов. На помост вызывается номер 1 Челышев Александр. Готовится номер 2 Захаров Александр. Вес засчитан. На помост вызывается номер 2 Захаров Александр. Первый подход. Ассистенты, 55 на штангу. К этому весу готовится номер 1 Челышев Александр. Вес установлен. Номер 1 Челышев Александр, второй подход. На 60 готовится Захаров.
рассчитан. Ассистент, установи штангу весом 60 килограммов. К этому весу готовится номер 2 Захаров Александр. Вес установлен. Захаров Александр, второй подход. Вес засчитан. Челышев Александр, третий подход. На 70 готовится Матросов. Вес засчитан, закончил урок с результатом 60 килограммов. Ассистент, установи штангу весом 70 килограммов. К этому весу готовится номер 8 Матросов Олег. Вес установлен. Номер 8 Матросов Олег. Первый подход. Захаров готовится. Вес засчитан. Помост вызывается номер 2 Захаров Александр. На 75 готовится Матросов. Вес засчитан. Захаров закончил урок с результатом 70 килограммов. Ассистент, установи штангу весом 75 килограммов. К этому весу готовится номер 8 Матросов. Может быть, на рулетке, если надо.
Вес установлен. Номер 8, Матросов Олег. Второй подход. Ладно, установка. Неудачный подход. Матросу удается для подготовки 2 минуты. К этому весу готовится номер 5, Волков Дмитрий. Вес установлен. Номер 5, Волков Дмитрий. Первый подход. Елисов готовится. Рассчитан. Установить на штангу вес 81 килограмм. К этому весу готовится Елисов Илья. Вес установлен. Елисов Илья, первый подход. 85 готовится Кузнецов. Установить штангу весом 82 килограмма. 85. К этому весу готовится Кузнецов. Установлен. Номер 4, Кузнецов Сергей, первый подход.
готовится номер 13 Лайко Николай. Вес засчитан. На помост вызывается номер 13 Лайко Николай. Готовится номер Волку Дмитрий. Засчитан. На помост вызывается номер 5 Волков Дмитрий. На 86 готовится Ересов. Ассистенты, 86 на штангу. Вес установлен. К этому весу вызывается Ересов Илья. Второй подход. На 90 готовится Кайшев. Неудачный подход. На помост вызывается Ересов Илья, ему дается 2 минуты. Неудачный, к сожалению, подход. Закончил рывок с результатом 81 килограмм. Ассистенты, 90 на штангу. К этому весу готовится номер 3 Кайшев. Вес установлен. Кайшев Алексей, но
первый подход. Готовится номер 7 Мускафиев. Засчитан. На повоз вызывает номер 11 Кудрин Константин. Кузнецов готовится. На помост вызывается Кузнецов Сергей. Лайко готовится. Помост вызывается Айко Николай. Второй подход. Волков готовится. Неудачный подход. На помост вызывается номер 5 Волков Дмитрий. Кузнецов готовится. Неудачный подход. На помост вызывается Кузнецов Сергей. Третий подход. На 90 гвард готовится Лайко. Засчитан. Закончил урок с результатом 90 килограммов. Ассистенты 92 на штангу. На этот вес вызывается номер Лайко Николай.
Без защиты. Закончил рывок с тедом 92 килограмма. Ассистенты 95 на штангу. К этому весу готовится Кудрин Константин. Вес установлен, номер 11, Кудрин Константин, второй подход. На 97 готовится Сенькин. Ассистенты 97 на штангу. К этому весу готовится номер 14, Сенькин Михаил. Вес установлен. Сенькин Михаил, первый подход. На 98 готовится Кудрин. Вес засчитан. 98 на штангу. Вес установлен. На помост вызывается номер 11, Кудрин Константин, третий подход. На 100 готовится Мускафинин. Вес засчитан, закончил рывок с результатом 98. Ассистенты, 100 килограмм на штангу. К этому весу готовится номер 7, Мускафиди Александр. Вес установлен. Мускафиди Александр, первый подход. Готовится номер 9, Ребякин Андрей. Вес засчитан. На помост вызывается номер 9, Ревякин Андрей, первый подход.
Готовится номер 10 Кирострова. Вес рассчитан. На помост вызывается номер 17 Глазунов Михаил. Ишмуратов Илья готовится. Вес рассчитан. На помост вызывается номер 18, Ишмуратов Илья, первый подход. Готовится Кайшев Алексей. Вес рассчитан. Помост вызывается номер 3 Кайшев Алексей. На 102 готовится Сенькин. Помост вызывается номер 3 Кайшев Алексей. Вес рассчитан. Кайшев закончил выступление. Ассистенты, 102 на штангу. К этому весу готовится номер 14 Сенькин Михаил. Вес установлен. Держи! Неудачный подход. Ассистенты, 102 на штанге, 102. Вес тот же вес, вот.
Сенькин Михаил. Третий подход. На подготовку 2 минуты. Ассистенты, 105 на штангу. К этому весу готовится Ревякин Андрей. Ассистенты, 107 на штангу. К этому весу готовится Керест Роман. Вес установлен. Номер 10, Керест Роман. Первый подход. Ревякин готовится. Вес засчитан. На помост вызывается номер 9 Ревякин Андрей. На 110 готовится Мускафитин. Засчитан. Ассистенты, 110 на штангу. К этому весу готовится Мускафиди Александр. Мускафиди представляет город Афины, Греция, выступает за Самарскую область.
неудачный подход. На помост вызывается номер 17, Глазунов Михаил. Ишмуратов готовится. Лес засчитан. Ишмуратов Илья. Второй подход. Ревякин готовится. Вес засчитан. На помост вызывается номер 9, Ревякин Андрей. Мускафиди готовится. Неудачный подход. На помост вызывается участник номер 7, Мускафиди Александр. На 112 готовится Келест. Ассистенты 112 на штангу. К этому весу вызывается номер 10 Керест Роман. Второй подход. На 115 готовится номер 12 Косарев. Подход.
На вес 112 килограммов вызывается Керест Роман. На подготовку дается 3 минуты. Керест Роман, третий подход. На 115 готовится Косарев. Ассистенты 115 на штангу. Вес установлен. На помост вызывается Косарев Сергей. Первый подход. Вес рассчитан. На помост вызывается Ишмуратов. На 120 готовится Стоякин. Неудачный подход. Закончил рывок с результатом 110 килограммов. Ассистенты 120 на штангу. К этому весу готовится Стоякин Сергей. Вес установлен. Стоякин Сергей. Первый подход. Косарев готовится. Вес рассчитан.
нас вызывается номер 12 Косарев Сергей. Глазунов готовится. На помост вызывается номер 17 Глазунов Михаил. Третий подход. На 125 готовится Косарев. Закончил рывок с результатом 120 килограммов. Ассистенты, 125 на штангу. Вес установлен. Номер 12. Косарев Сергей. Третий подход. На 130 готовится Стоякин. Неудачный подход. Ассистенты, 130 на штангу. Вес установлен. Номер 16, Стоякин Сергей. Второй подход. На 135 готовит номер 15 Жукович. Неудачный подход. На 130 килограмм вызывается Стоякин Сергей. Для подготовки ему дается 2 минуты.
Закончил рывок с результатом 130 килограммов. Ассистенты 135 на штангу. Вес установлен. Этому весу вызывается номер 15 Жукович Сергей. Первый подход. На 140 готовится номер 19 Сущак. Вес засчитан. Ассистенты 140 на штангу. Вес установлен. К этому весу вызывается Жукович Сергей. На подготовку ему дается 2 минуты. Внимание, участники соревнований! В перерыве между рывком и толчком будет награждение предыдущего потока. Прошла минута. Вес засчитан. Установить на штангу вес 145 килограммов. Этот вес превышает рекорд России.
вес установлен. К этому весу вызывается Жукович Сергей. На подготовку ему дается 2 минуты. А к весу 150 готовится Сущак Владимир. Прошла минута. Ассистенты, 150 на штангу. К этому весу готовится Сущак Владимир. Ассистенты, 151 на штангу. Вес установлен. Сущак Владимир, первый подход. Неудачный подход. На помост вызывается Сущак Владимир. Ему дается 2 минуты на подготовку.
Без защиты. Ассистенты, 161 на штангу. Ребята, 161. Вес установлен. Вес установлен. На помост вызывается Сущак Владимир. На подготовку ему дается 2 минуты. Неудачный подход.